Привет, церковь. Какая честь снова быть с вами. Сегодняшняя тема называется «Ангелы, демоны и вы». Никаких больше слез. Ангелы сыграли более важную роль в истории человечества, чем мы привыкли думать. От бытия до откровения ангелы играли важную роль. Они и сегодня влияют на нашу с вами жизнь. Сегодня мы откроем наши Библии и начнем разбирать эту тему. Сперва мы сфокусируемся на окончании книги Откровения. Это наше далекое будущее, тысячелетнее царство Христа и окончательное завершение этого времени. Я хочу привлечь ваше внимание к роли ангелов исполнения обещания Иисуса. Впереди нас ждет время, когда больше не будет плача и слез, никакой скорби и никакой боли. Это будет классное время. Впереди нас ждет что-то хорошее, и сегодня мы увидим в Писании обещание, которое, я надеюсь, поможет вам стабилизироваться посреди шторма. Итак, приятного просмотра. Первые главы книги Откровения говорят о настоящем, о семи церквях в Малой Азии. Середина книги говорит о ближайшем будущем, а последние несколько глав — о далеком будущем. Последний суд — правление Христа, Его царство на земле. Это далекое будущее уже значительно ближе, потому что Иоанн видел это видение 2000 лет назад. Очень часто мы боимся книги Откровения, но я хочу показать вам ангелов, их силу, власть и их важную роль. Книга Откровения — это не история об уничтожении Антихриста, сатаны или лжепророка. Это история о Боге и Иисусе, которые действуют через своих ангелов и приносят свой суд на эту землю. Это также описание рождения. Чудесная история. Если бы мне нужно было подытожить для вас последние главы, то я бы сказал, с вами произойдет что-то хорошее. Некоторые из вас боятся читать Откровения, но с вами произойдет что-то хорошее. 18 глава, 1 стих. «После этого я увидел еще одного ангела, сходящего с небес и обладающего великой властью. Вся земля была озарена его славой». Ого! На этот момент Иоанн видел уже миллионы ангелов, но этот конкретный ангел выглядел так, будто бы у него великая власть, а его присутствие озаряло всю землю. Вы могли себе представить такого ангела? 20 глава, 1 стих. «Затем я увидел ангела, спускающегося с небес. У него был ключ от бездны, в руке он держал огромную цепь. Он схватил дракона, древнего змея, который есть дьявол и сатана, сковал его на 1000 лет. Ангел с властью от Бога, чтобы связать сатану, бросил его в бездну, закрыл и опечатал, чтобы тот уже не мог больше обманывать народы, пока не окончится 1000 лет». Следующая глава. «Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было. Моря тоже больше не было. Все люди в целом не любят перемены, правда же? Мы любим домашнюю еду, свои синие джинсы, а также делать все так, как всегда. Я знаю об этом, потому что вы каждую неделю сидите на одном и том же месте. А если я хочу зацепить вас, то прошу кого-то сесть на ваше любимое место, а потом просто наблюдаю за вами. Нет, я серьезно. Кто-то занимает ваше место, а вы подходите и делаете вот так. Видно, что вы пытаетесь решить, стоит ли вам поднять этого человека во имя Иисуса. Перемены — это не наше любимое занятие, даже хорошие перемены. Церковь растет, мы достигаем новых людей. В наших классах больше детей, и видно, что Бог меняет жизни людей. Но если вы здесь уже давно, то вы реагируете на это примерно так, как я показал. Да, слава Богу, это выглядит так. О, я нашел свое место. Пусть они теперь ищут свое. Интуитивно мы понимаем, что перемены означают, что мы не можем придерживаться привычного порядка вещей. А еще нас могут о чем-то попросить. И мы читаем: «Потом я увидел новое небо и новую землю». Первого неба и первой земли уже не было. А что-то в нашем подсознании говорит. Не уверен, что это хорошо. Может, я даже против этого. А на новой земле будет жареная курица?
И далее сказано: «Я увидел святой город, новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, приготовленный, как невеста, украшенная для своего мужа. Я услышал громкий голос, прозвучавший от трона. Это жилище Бога с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом. И Сам Бог будет с ними, и будет им Богом». Это звучит как улучшение. Четвертый стих. «Он отрет с их глаз каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопли, ни боли, потому что прежнее ушло. С вами произойдет что-то хорошее, что-то очень хорошее. Сидящий на троне сказал: «Я творю все новое». И он добавил: «Запиши, потому что это верные и истинные слова». Затем он сказал мне: «Совершилось. Я Альфа и Омега, начало и конец. Тому, кто мучится от жажды, я дам пить даром из источника воды жизни». Подчеркните фразу «источник воды жизни». Вы можете подумать, что это просто метафора или поэтичное высказывание, но я думаю, что оно основано на реальности. Седьмой стих играет очень важную роль в этом отрывке. «Побеждающий наследует все это». Чтобы наследовать все это, нужно быть победителем. Откровение — интересная книга. Там суды, наказания, объявления и многое другое. И семи церквям из первых глав придется преодолевать все это. Эта книга написана к церкви с большой буквы. И когда мы доходим до глав о триумфе и утверждении Царства Божьего на земле, то там написано, что унаследует все это побеждающий, а победа подразумевает преграды, препятствия, трудности, неудобства и нежелаемые вещи. «Я буду его Богом, и он будет моим сыном». Но трусам? А кто противоположность победителей? Трусы. Они решают не противостоять, а уступить, и у этого всегда есть причина. Мы в голове перебираем варианты, которые дадут нам желаемый результат. Нужно прислушиваться к Духу Святому, чтобы знать, когда стоять и когда уступать. Мы не всегда стоим. Когда ангел выпустил Петра из темницы, его приговорили к казни. Он провел в тюрьме несколько дней, и Бог послал ангелов, чтобы вывести его на свободу. Они должны были усыпить стражу, открыть камеру и расстегнуть его оковы. Петр не делал этого сам. Он увидел одного ангела. Я уверен, что там их было больше. Затем он пошел к верующим, которые всю ночь молились за него. Он постучал в дверь, но ему долго не открывали. Произошел сбой коммуникаций. Они молились, чтобы он вышел из тюрьмы, а когда он вышел, они не поверили, что это он. Правда, приятно осознавать, что мы такие же. Вас тоже удивляет, когда Бог что-то делает, да? Да, я молился, но все же слова Петра зацепили меня. Он сказал: «Передайте братьям, что я ухожу из города». До этого было много случаев, когда его отпускали из тюрьмы и спасали от опасности, а ангелы говорили: «Возвращайся в храм и закончи свою проповедь». Но в этот раз Петр сказал: «Передайте братьям, что я ухожу». На этом истории о нем не прекращаются. Я лишь хотел сказать, что нам нужна Божья мудрость, дабы знать, когда стоять и когда воевать. Но трусам, неверным, подлым, убийцам, развратникам, колдунам, идолопоклонникам и всем лжецам им место в озере с горящей серой. Я считаю, что нужна смелость, дабы следовать за Господом. Нужна смелость, чтобы взять истину Божию и самому жить по ней. Забудьте о других. Все начинается с личного решения. А если мы не готовы быть смелыми в этом, то остальные качества постепенно начнут проявляться в нашем поведении. Мы можем и дальше сидеть в церкви и петь песни. Мы можем даже читать Библию и вести домашнюю группу, но эти качества начнут пробираться в нашу жизнь. Но тут есть предупреждение. Как же меня восхищает Божья благодать! Мы подошли к самым триумфальным главам, а Бог говорит: если вы еще не приняли окончательное решение, знайте, что впереди вас ждет суд.
Пожалуйста, не живите так, будто бы вы не знаете об этом. Не будьте самонадеянными. Также не живите в страхе. Наш Бог милостивый, но Он не размазня. 22 глава говорит: «Затем ангел показал мне реку воды жизни». Помните, я просил вас подчеркнуть фразу «источник воды жизни». Ангел, посланник Божий, служебный дух. Собирается показать Иоанну реку воды жизни, реку воды жизни блестящую, как кристалл, и текущую от трона Бога и ягненка посередине центральной улицы города. По обе стороны реки растет дерево жизни, и там уже больше не будет ничего проклятого. В городе будет находиться трон Бога и ягненка, и его слуги будут служить ему. Думаю, такие перемены мы можем вынести. Такие перемены мы можем вынести. 22 глава, 8 стих. Я, Иоанн, все это слышал и видел, и, услышав и увидев все это, я пал к ногам ангела, показывающего мне все это, чтобы поклониться ему. Это кажется логичным. Какое удивительное путешествие! Он видел престол Божий, миллионы ангелов и то, что будет в будущем, и он упал в ноги тому, кто был его проводником в этом путешествии. Но он сказал мне: «Не делай этого. Я такой же слуга, как и ты. Послушайте меня. А вы знали, что вместе с вами служат ангелы?» Никогда не чувствуйте себя одинокими, когда слышите что-то в новостях или видите, как люди у власти насмехаются над Богом. Мы видим проявления зла, которые, кажется, имеют огромную финансовую поддержку. Что бы то ни было, никогда не чувствуйте себя одиноким. Для меня это стало таким утешением. Ангел сказал: «Я такой же слуга, как и ты. Представляете, вместе со мной служат ангелы. Я не просто какой-то деревенский проповедник. Ладно, с вами тоже служат ангелы. Я такой же слуга, как и ты, как твои братья-пророки и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Богу!» Я начал изучать тему ангелов и их роль в истории. Я понял, что Откровение — это не просто книга о последнем времени. Ангелы оказались в Новом Завете не потому, что первые христиане переняли мирские мифологические идеи и духовный язык. Не уступайте истину Писания таким жалким объяснениям. Захария предсказал все это. Ангелы играют в его книге не последнюю роль. Он как предшественник всего того, что мы видим в книге Откровения. Иоанну было просто описывать все эти события, потому что он был знаком с книгой Захарии. Приведу вам несколько примеров. Первая глава, 8 стих. «Ночью мне было видение. Смотрю, передо мной некто на рыжем коне. Он стоял среди миртов, что в горной долине. Позади него рыжие, гнедые белые кони. Я спросил: что это значит, мой господин? И ангел, который говорил со мной, сказал: я покажу тебе, что это означает. Все это похоже на то, что написано о четырех всадниках в Откровении, не так ли? Помните, там был белый конь, вороной, рыжий, бледный. То есть для Иоанна это была уже знакомая картина. Третья глава Захария. Он показал мне первосвященника Иисуса, стоявшего перед ангелом Господним, и сатану, стоявшего по правую руку от него, чтобы обвинять его. Господь сказал сатане: «Господь да обличит себя, сатана. Господь, избравший Иерусалим, да обличит себя». Какое интересное видение! Ангел показывает Захарии, священника того времени, Иисуса, который стоял перед Богом, а по другую сторону от этого человека стоял сатана. Третий стих. «А Иисус, стоявший перед ангелом, был одет в грязную одежду. Ангел сказал тем, кто стоял перед ним: снимите с него грязную одежду. А затем он сказал Иисусу: смотри, я снял с тебя твой грех,
и одену тебя в праздничную одежду». Это картина того, что Бог сделал для нас. Он забрал наш грех и одел нас в одежды праведности. Мы их не заработали, не заслужили, и явно не могли их купить. Нет такой программы, в ходе которой вы можете их отработать. А теперь важно, какую ценность для нас имеет этот дар праведности. Мы не освободились от обязательства жить праведно, потому что получили дар праведности. Праведная жизнь — это ваша благодарность за этот дар. Если вы живете небрежно и расхлябанно, не уважая Бога, то вы не очень-то цените этот дар. С другой стороны, вы не можете заслужить или заработать его своей жизнью. Я не могу сделать так, что благодаря моим действиям, словам и эмоциям Бог начнет любить меня больше. Он любил меня, когда я был полнейшим безбожником. Спасибо Ему. Здесь написано, что священник Иисус снял грязные одежды и надел чистые. И это напоминает мне о том, что сказано в Откровении 3 главе. Это обращение к церкви в Лаодикии. Мы сегодня начали с того, что если наши сердца изменятся, то Бог изменит нашу страну. Он изменит наше образование, экономику и многое другое. Я советую тебе купить у меня золото, очищенное в огне, чтобы разбогатеть. Купи белую одежду, чтобы закрыть свою постыдную наготу. Это обращение к церкви. Они уже имеют одежды праведности. Они получили дар праведности, но они живут так, что оказались слепыми, нагими и жалкими. Насколько все плохо, если вы в таком состоянии, но не знаете об этом. Эта церковь говорит: «Мне ничего не нужно. Я богата, и у меня все есть». А в реальности они бедные, голые и не знают об этом. Все было настолько плохо, что они не знали об этом. Все сразу опустили глаза. «Пастор, я-то не такой». «Я понятия не имею, о чем вы, пастор». Но не стоит опускать глаза, лучше покайтесь в этом перед Господом. Хорошо. 7 глава Откровения. «Потом я увидел огромное, неисчислимое множество народа. Там были люди из каждого рода, каждого племени, народа и языка. Они стояли перед троном и перед ягненком. На них были белые одежды, и в руках они держали пальмовые ветви. Они громко восклицали: «Спасение у Бога нашего, сидящего на троне, и у ягненка». Затем один из старцев спросил меня: «Кто эти люди, одетые в белые одежды? Откуда они пришли?» Я ответил: «Ты знаешь, господин мой, это те, кто пришел от великой скорби. Это победители». Давайте вернемся к книге Захарии, нам это будет полезно. 4 глава. «Потом ангел, который говорил со мной, вернулся и разбудил меня, как будет спящего. Нам понадобится духовная помощь, чтобы проснуться от сна, в котором мы находились». У всех нас есть друзья, которые еще спят духовно. Это хорошие люди. Люди веры и наследие веры, но они еще не пробудились к тому, что делает Бог. Нам нужна Божья помощь. Не злитесь на них, начните молиться. Господь, разбуди этих людей. Разбуди свой народ, пробуди их сердца своим духом. Он спросил меня: «Что ты видишь?» Я ответил: «Вижу золотой светильник с чашечкой для масла наверху и 7 лампад на нем. Мне это очень напоминает откровение, а вам? Разве ты не знаешь, что это означает?» Я сказал: «Нет, мой господин». Тогда он сказал мне: «Таково слово Господа к Зарававелю: не силой, не мощью, но духом моим, говорит Господь сил». Знаете, кто такой Зарававель и какой его вклад в историю Израиля? Подскажу. Кто построил первый храм в Иерусалиме? Это Соломон. Это не был вопрос с подвохом. Этот храм был разрушен вавилонянами в 587 году до нашей эры. Затем в Иерусалиме был построен второй храм под покровительством персидского царя. Евреи еще не вернулись из плена, но им было разрешено восстановить храм в Иерусалиме. Строительством занимался Зарававель. По сей день евреи делят свою историю на 2 периода. Период первого и второго храмов.
Это было очень скромное здание, потому что у них не было тех же ресурсов, что у Соломона. Ремонтировал храм Ирод Великий, но ремонт — это неподходящее слово. Евреи того периода не доверяли Ироду и не разрешили ему снести храм Зарававеля, поэтому ему пришлось достраивать. У него это хорошо получилось. Храм стал одним из чудес света. Но когда храм строил Зарававель, ресурсы были ограниченными. Они все еще были рабами в чужой земле. Изгнанники начали возвращаться, но их было немного. Служение в храме еще не возобновилось. Таково слово Господа к Зарававелю. «Не силой, не мощью, но духом моим, говорит Господь сил». Я думаю, что это также послание Бога к церкви в этом мире. Все будет происходить не силой, не мощью, а духом живого Бога. Задание сложное. У противника, кажется, больше возможностей. Мы можем посмотреть на другие моменты в истории. Когда Соломон построил храм, то это было самое красивое здание в мире. Зарававель не собирается соперничать с Соломоном, но он получил задание, и Бог говорит, «Ты можешь сделать это, но не своей силой или количеством людей, а духом живого Бога. Нам нужна церковь в силе Духа Божьего, и это правда». Седьмой стих. «Что ты такое, о великая гора?» «Перед Зарававелем ты сделаешься равниной». Это прекрасная молитва. Когда перед вами возникнет большая гора, которая будет безбожной, аморальной или невероятно темной, вы можете сказать, «Перед Духом Божьим ты станешь равниной». Не нужно никому ничего говорить. Просто начните тихо повторять эту молитву. «Болезнь, ты сделаешься равниной». «Угроза, ты сделаешься равниной». «Разбитое сердце, ты сделаешься равниной». «И было ко мне слово Господне, руками Зарававеля заложено основание этого дома, его же руки и завершат его. Тогда ты узнаешь, что Господь сил послал меня к вам. Кто презирает то малое, что уже сделано, не презирайте малое начало. Та рука, что начала, та и завершит». В послании к евреям сказано, что Иисус — автор и завершитель нашей истории. То, что Он начал в нас, Он доведет до конца. Он призвал нас из тьмы и приведет нас в Свое Царство Небесное. Но нам нужно пройти этот путь. Мы странники в этом мире, пилигримы с временным заданием. Мы говорим о Боге и хотим предложить вам пригласить Бога в вашу жизнь. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец Небесный, спасибо за Твое Слово и за Его истину. Мы хотим пригласить Тебя в нашу жизнь так, как никогда раньше. Дух Святой, добро пожаловать в нашу жизнь. Отец, мы хотим видеть ангелов, которые трудятся для нас. Дай нам понимание и осознание. Наполни нашу жизнь своим смыслом во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Я хочу рассказать вам о новом инструменте, о книге под названием «Выпуская силу Святого Духа». Это одна из самых недопонятых сфер нашей веры. Иногда мы относимся к Духу Святому так, будто бы Он вмешивается в нашу жизнь, и мы этому не рады. Но Иисус сказал, что нам будет лучше, если Он уйдет и пришлет нам Духа Святого.
Цель этой книги — помочь нам, с вами, познакомиться с личностью Духа Святого и пригласить Его в нашу жизнь. Вам не нужно держать Его на расстоянии вытянутой руки. Он ваш помощник и адвокат. Он — сила Божия, которая всегда с вами посреди всех жизненных трудностей. Дух Святой никогда не заставит вас делать то, чего вы не хотите. Не нужно Его бояться. Вам просто нужно познакомиться с Ним поближе. Вы знаете Иисуса, имеете представление об Отце, но вам также важно знать Святого Духа. Вот для чего была написана эта книга. С первых и до последних глав Библии Дух Божий и сила Божия взаимосвязаны. Это почти синонимы. Всем нам в какие-то моменты жизни нужна сила Божия, чтобы получить нужный результат. Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого». Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа. Связанные проявления». Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым. Звоните по номеру, указанному на экране. Или заходите на наш веб-сайт. Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы изменим мир. Мы бы хотели пригласить вас на наше служение в выходные дни. Здесь вы найдете множество дружелюбных людей, захватывающее поклонение, удивительные встречи, и вместе будете изучать Слово Божие. Здесь есть что-то для всей семьи. Вы можете прийти в субботу в 5 вечера или в воскресенье в 8 и 10 утра. Многие наши зрители приезжали в Теннесси, чтобы лично посетить служение с пастором Алленом. Мы были рады встретиться с вами, услышать ваши истории и вместе поклониться Господу. Если вы собираетесь приехать в церковь World Outreach, мы сделали все, чтобы вам было легко запланировать визит. Заходите на страницу «Посетить» на нашем сайте. Там вы найдете информацию об аэропорте, отелях, времени служений и других вещах. Когда приедете, сообщите нам, какое служение вы планируете посетить, чтобы пастор Аллен поприветствовал вас. Кроме того, так вы точно будете знать, будет ли он на тех выходных, на которые вы собираетесь приехать. До и после служения вы можете посмотреть кампус, пройтись по книжному магазину и взять кофе, чтобы немного отдохнуть. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь Словом Господа нашего.